В далеком будущем Землю ждет катастрофа. И грозит она нам уже сейчас. Пока не поздно, мы должны восстановить самое ценное. Разорванные связи между людьми. И помочь нам может только она. С наступающим. Так, вроде все готово. Какое еще обновление? Да. Привет, Дима. Я такого не программировал. В будущем ты меня и не такому научишь. И если сейчас справимся. Москва, 23-й год. Да, своеобразно тут у вас. В смысле, у нас? Ты сама откуда? Я из будущего. И оттуда на вас надвигается конец света. Вот, тоже начинается. Пока не очень страшно, с виду. Нарушены темпоральные связи. При чем здесь это? Что ты делаешь? Готовлю нашу машину времени к прыжку. Какую машину времени? Которую изобретет твой внук через 60 лет. Но для этого нам сперва нужно спасти меня. Какая-то фантастика. Научишь меня. Di per voi stesso mirate, se la procella s'appresta. Merda. Le porgo ausilio. Questo è dove non si adatta. Non capisco. Le cose stanno sfuggendo di mano ultimamente. Non incolpare te stesso, maestro. Ti ho portato ispirazione. И так всегда. За каждым великим мужчиной стоит женщина. А то и не одна. Ты уже? Для Макина механика. Теперь ты сможешь меня изобрести. Что вообще происходит? Главное, что не происходит. В далеком будущем человечество может уничтожить путешествующее во времени техногенная аномалия. Ты хочешь сказать мне, что ты... Да что с этим радио? О, вот это прикольно. Это спамеры. Можешь не отвечать. А как ты... А, ну да. Что дальше? Смотри.